Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре пила туристическая складная от производителя «Следопыт», называется она Finder. Поставляется в пластиковом блистере, картонная подложка имеет на себе огромное количество информации, и под плотным пластиком помещена непосредственно сама пила в своем таком индивидуальном пространстве. Упаковка очень классная. Как я уже сказал, огромное количество информации. Для чего? Для велосипедных походов, для туризма, для охоты, для рыбалки, ну и просто для дачи, для того, чтобы можно было подпилить какую-нибудь веточку. Сзади есть информация о том, что это необходимый инструмент для туристов, но в принципе, который я уже и озвучил. Длина лезвия у данной пилы идет в размере 17 сантиметров, длина ручки 23,5, то есть это такая уже солидная массивная пила, которой будет легко орудовать. 230 грамм, но она абсолютно не ощущается в руке и сделана из стали 50. Производитель Китай, но поставляется в город Омск и уже оттуда идет на склада в различные магазины. Срок службы 2 года, гарантийный срок 1 год. Такая вот интересная пила, интересна она тем, что имеет очень удобный фиксатор, с которым легко работать. При том, как вы ее складываете, она фиксируется в отверстие, которое специально для этого предназначено. На, чтобы начать работать, нажимаем на курок, и она защелкивается, и все, никогда ничего не произойдет, она не сложится и не отрежет вам пальцы. Здесь есть специальный винт для того, чтобы, если вам нужно, со временем заменить лезвие данной пилы. Имеет она трехгранную заточку, дополнительная идет закалка зубьев, и которая поможет вам очень быстро пилить ей древесину и исключает затупление лезвия. Но все же бывают, когда начинаешь пилить, может быть, бывают в досках, например, гвозди. Если это какие-то старые доски, если вы пилите не дерево, имеется в виду, и можно со временем, конечно же, их и поломать. Но если ее использовать правильно, по назначению, то тогда она прослужит вам долго. Очень удобная такая рукоять. Она сделана под руку, и также она прорезинена, что исключает различные моменты с тем, что у вас будет она скользить. Легко ложится в руку, занимает удобное положение, и ей довольно-таки долго можно пилить, не уставая при этом. Взял я ее на замену своей старой такой пилы. No name, нет на ней никакого названия. Здесь фиксатор был такой вот. Но со временем она уже свое отжила, и на ее смену приходит такая новая пила, уже с более высоким лезвием. Но по длине, я смотрю, они одинаковые. Уже тяжело ей пилить, она подзатупилась, и взял себе недорогую, доступную по сравнению с большинством производителей. Это действительно очень дешевая пила, при этом сверхудобная. Мне очень нравится этот курок, легко начинать работу и легко сложить. Компактная, есть также отверстие для того, чтобы пропустить через нее веревочку, например, чтобы крепить на вашей одежде, на рюкзаке, что довольно-таки удобно, опять-таки, для походов. Если в вашем рюкзаке каждый сантиметр пространства для чего-то нужен, то на веревочке вешаем пилу снаружи, и она не занимает места в вашем рюкзаке. Думаю, вещь для многих очень нужная, поэтому обратите внимание, что за 450 рублей вы можете приобрести такую пилу от производителя «Следопыт» Finder. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!